Так, друзья, всем привет! Сегодня 8 марта, сегодня девчонкам не получилось у меня сделать подарок. Вызвали меня опять на работу. Бурга метет, короче, вчерашнюю работу, что я сделал, все замело. Ну, нормально, будем ехать. Сегодня, друзья, я не один, с племянником. Он у меня за рулем, я сегодня катаюсь. Так вот. Ну что сказать, метель вообще страшенная. Сейчас пробили. Завтра, сегодня тренировка опять. Завтра соревнования. Ну, метель вот. Где машины ездят. Пойти посидеть в кафешке, пока он ездит, но холодно, идти неохота, метет. Лучше, думаю, я в кабине посижу, покатаюсь, поугараю, издеваюсь. Будешь хорошо водить? Нет? Будешь хорошо водить? Вот так я его учу на тракторе ездить. Он сам уже давно все умеет. Только не приходит что-то за дядьку поработать, не хочет. На машине привык сейчас. Ну ладно, в общем, друзья, мы работаем. Единственное, мне сейчас легче снимать. Я вот сижу, вот мои ножки, штиблеты у меня тут. Такие мастера у нас. Окна у нас запотели сегодня. Ну, лопатку-то мы можем поднять. Нет, поднять, не опустить же. О, поехали дальше. Ну, что мы, едем? Нет, все уже уехали. Да не, вперед давай, езжай. Прямо нельзя, не, эту не трогай. Там на 90 градусов, которую мы потом вторым зацепим. Прямо езжай сразу, как машина. Трассу не знает парень. Приходил бы хотя бы на машине кататься. Знал бы трассу наизусть. В соревнованиях участвовал. Резинка монет, да? Ну все, сразу погнали, лопату опускай. Блин, крути, крути рулем. Ну смелее, чё боишься? Вниз до кого? Вверх до конца. Вот нас машинки обгоняют боевые. Вау! Поехал. Вон она ушла. Короче, все отдыхают, а я вот опять работаю, блин. Не знаю, почему. Хочется мне поработать, но я так отдыхаю, короче. Ну что, мы просто переключимся? Давайте. Все уже уехали, мы тут. С тобой еще на трассе, на старте еще. Газуй, не бойся, что градусов. О, газони ему нормально. О, все нормально у нас. Прием. Сергеевич, что-то злой ты сегодня. А? Привет. Тебя давай машину ты забрали, вот ты и злой, да? Нет. А что? Ну скажи, что злой? А что? Я не злой. Не злой? Нормально? Да. Все, все у нас нормально. Ладно, мы поперли работать. Давайте всем удачки. Блин, снимать не знаю, что даже снять. Я говорю, неохота, что на второй день такие ломыть. И камеру взял, и телефон, и снимать нету. Ну завтра соревнования.
Может быть, на машине поеду там, поснимаю. Ну, не обещаю. Так что давайте всем удачки. Мы поехали работать. Метель метет. Все метет. Сильно прям заметает. Смотрите, проехали. Фрустер опять заметает. Придется мне еще, наверное, завтра утром приехать. Ну ладно, давайте всем, короче, привет. Я выключаюсь, короче.